28 августа в музейно-выставочном центре «Апатит» состоится геологическая барахолка. Для тех, кто любит собирать минералы и коллекционирует редкие камни, это уникальная возможность не только найти единомышленников, но и пополнить свою сокровищницу образцами, которых в ней нет. Но есть у других. И они готовы рассмотреть варианты обмена. Мы предлагаем место для размещения. Мы предлагаем также небольшую площадку с бинокуляром для определения образцов, в которых вы сомневаетесь. Можно обмениваться минералами из разных коллекций. Можно просто показывать ту красоту, которую удалось собрать за многие годы. Ну и, конечно же, обмениваться мнениями с теми, кто также собирает камни. Из требований нужно принести образцы в чистом виде, чтобы они выглядели лучше, чтобы было проще определить. Также нужно заранее просто на небольших бумажках подписать образцы. Если есть сомнения, как подписать образец, его уже на месте помогут идентифицировать знатоки. Геологическая барахолка – мероприятие бесплатное, но для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте МВЦ. А для тех, кто просто желает посмотреть на минералы из частной коллекции, вход свободный, безо всяких условий. Откроется геологическая барахолка 28 августа в 18:00. Больше информации на сайте и на странице музейно-выставочного центра «Апатит ВКонтакте».